Де є гроші, там завжди будуть і аферисти. Ви вважаєте, що не маєте високого доходу і ця програма не для вас? Втім, якщо є власне житло, то ви автоматично стаєте потенційною жертвою шахраїв. Зазвичай для своїх брудних справ вони обирають найбільш вразливі категорії населення. Цинічно можуть викинути на вулиці пенсіонера. А віднедавно почали полювання на квадратні метри бійців АТО. Як не потрапити в тенети шахраї і зберегти своє житло – далі у програмі. С момента, когда в Украине начала появляться частная собственность, то есть с момента начала приватизации квартир, ни методы, ни категория риска граждан, которые подвержены риску воздействия квартирных мошенников, не изменилась. То есть методы одни и те же, это имитация документов, по которым делается попытка совершить сделку по отчуждению имущества. Поки воював, залишився без житла. Про те, що його квартира продана, боєць 53-ї механізованої бригади Олександр Шутін дізнався від сусідів. Нові власники з'явились саме тоді, коли військовослужбовець знаходився у зоні АТО. Уїхав служити, квартира залишилась закритою. Сусіди позвонили, сказали, що квартира продана моя. Узнав від сусідки. Приїхав, двір закритою. Нові господарі змінили замки, а стурбованим сусідам заявили, вони цю квартиру купили. Навіть документи на житло показали. Вони показали документи офіційно на цю квартиру, сказали, що ми її купили. Хоча ми їм сказали, що значить, парень служить в АТО, а вони сказали, ми нічого не знаємо. Олександр показує витяг із спадкового реєстру, технічний паспорт і довідку із ЖЕКу. Про те, що його бабуся була єдиною власницею житла. Після її смерті він отримав квадратні метри у спадок і нікому нічого не продавав. Юристи зазначають, Олександр хоч і вступив у права наслідування, та помешкання на себе не переоформив. Квартира увесь час значилась за померлою бабусею. Саме цим і скористались шахраї. Продали її за фіктивними документами. Підробили біржовий договір. І все виглядає так, начебто наприкінці 90-х квартиру продала сама бабуся. Конечно, для парня это был шок и удар. Он попытался собственными силами как-то прояснить ситуацию. Он обращался в наше тогда Ленинское, сейчас Ингульское РУВД. Он бегал по адвокатам, но, как говорится, его пинали как косточку. Почему? Потому что, извините меня, для адвокатов они свой труд оплачивают, для них это важно. И они называли ему такие суммы, что у него, естественно, не было. Полиция просто издевалась над ним, потому что приходите завтра, мы вас примем заявление, ну, то есть, понимая то, что парень приехал на несколько дней, и он не может попасть в собственную квартиру, он не знает, что ему делать, и он оказался, у него на тот момент был такой стресс, и я, как сейчас помню, он мне объяснял, что у меня было такое желание вернуться быстрее на позицию и просто застрелиться. Это были его слова. Почему? Потому что он говорит, я понял так, что если для меня свято, для моих побратимов то, что я защищаю свою страну, своих людей, то оказывается, я для этой страны никто. Мало того, что у меня в жизни и так ничего нету, кроме подаренной бабушкой квартиры. Оказывается, что даже этого меня какие-то преступники и мошенники могут лишить. Люди, которые занимаются мошенничеством в отношении квартиры, это, как правило, цыганской национальности люди, то есть у них это стоит на потоке, это не одна квартира. По информации, которую мы имеем, то в обороте где-то постоянно там от 10 до 15 квартир по городу. Подделывается просто напросто биржевой договор, он по простой письменной форме, никуда он в реестр не вносится, оформляются поддельные, либо заказывают, там, не исключая коррупционную составляющую, с бытовой технический паспорт. Все на основании этого документа дальше по процедуре необходимо на сегодняшний государство придумало такую систему контроля, якобы узаконить через суд биржевой договор купли-продажи. Ну, как показывают практики, мошенники на сегодняшний день ограничиваются приобретением справки с суда, где действительно стоит оригинальная печать за зачастую, то есть это говорит о том, что сотрудники суда, секретари, помощники, имеющие доступ, то есть ну, на просьбу таких мошенников выдают поддельные документы, что якобы действительно имело место быть рассмотрение дела в суде и что решением был узаконен биржевой договор. Все. Вот этого пакета документов достаточно для того, чтобы обратиться к регистратору, и регистратор незамедлительно внесет тебя в реестр как собственник этой квартиры. Дальше ты ее перепродаешь. И досі українцям відлунням відгукуються деякі закони минулого століття. А саме
закон про товарну біржу, через яку проходило безліч угод купівлі-продажу житла. В конце 90-х годов был принят соответствующий закон, вот, на основании которого товарные биржи решили, что имеют право заниматься реализацией недвижимости. А поскольку в Гражданском кодексе, действовавшем на тот момент, было ограничение, что нотариальному оформлению подлежат только сделки с жилыми домами, то все, что не жилой дом, и в том числе и жилые дома, пошли оформляться на бирже. Вот. И сейчас, ну, мало того, что эти биржи это были, по сути дела, коммерческие предприятия, их никто не контролировал, они не были подведомственны ни одному органу, ни юстиции, ни судебной системе, никому. На них не распространялись никакие правила и нормы оформления недвижимости. То есть ты снимал вот такой вот приблизительно кабинетик, ставил стол-стул, назывался там Южно-Восточная товарная биржа и начинал оформлять там договора купли-продажи. Все. БТИ их принимала, все их принимали, закон не запрещал это. То есть вольница была полная. Разумеется, два мошенника могли открывать биржу и делать на ней все, что хотели. Інша оборудка з житлом. В ній знову фігурують біржова угода, шахраї і фальшиве рішення суду. Цього разу аферисти заволоділи трикімнатною квартирою пенсіонера. Сьогодні 72-річний Анатолій Марлін може хіба що постояти біля дверей своєї оселі. Усередину зайти йому зась, бо тут вже господарює новий власник. Мені подзвонили сусіди, що якісь чужі люди ломяться в Толіну квартиру. Но я сину подзвонила, він это спросила, он был здесь? Он говорит, нет. Я еще ей говорю, может, то Виталик был? Она говорит, да нет, что я Виталика, говорит, не знаю. Такие морды, говорит, бандитские. Я предположил, может, повредили замок. Такое один раз уже, ну, было. Я залез через окно, зашел в квартиру, получается, обнаружил, на полу лежит замок. То есть наш, который мы ставили сюда, на полу валяется, а новый уже стоит на дверях. Вот. Ну, вызвали полицию, приехали полицейские, я сказал, что кто-то поменял замки незаконно, сказал, что о том, что мы будем срезать замок, ставить свой. Они говорят, если у вас есть документы, вы имеете полное право это делать. Ну, все, полиция приняла акт, уехали, короче, и я срезал замок, поставил свой. Попросил соседей сообщать о том, что если вдруг какие-то попытки проникновения будут, чтобы сразу звонили мне. За кілька днів сусіди повідомили, невідомі знову намагаються зламати замок. Віталій викликав поліцію і сам поїхав до помешкання відчима. Розповідає, біля дверей квартири застав чоловіка ромської національності, котрий намагався її відкрити. Поліцейська говорить мені про те, що у нього на руках договір куплі-продажі на цю квартиру. Получается. Я говорю, как у него может быть договор о купле-продаже, если у нас на руках право собственности на эту квартиру. Вот. После этого нас отправили в Ленинское отделение полиции, мы туда пришли. Следователь с неохотой смотрел на наши документы, чуть ли не в хамской форме швырял их. И говорил, у человека есть договор купли-продажи, где ваш договор купли-продажи, какой наш договор купли-продажи, если у нас право собственности. И квартира была выдана государством, приватизирована. З'ясувалось, квартира начебто була продана, знову ж таки, через біржу, одним із співвласників 15 років тому. Але до минулого року новий власник про свої права на житло чомусь не заявляв. Дана квартира принадлежала не тільки моєму клієнту, але ще й його матері. Вони приватизували ще в 98-му році цю квартиру, і кожен мав по 1/2 частини в цій квартирі. Біржовий договор, який був заключений в 2002 році, тут продавець указан один – Марлін Анатолій Анатолійович, який сьогодні є потерпевшим. Тобто він не мог продати повністю всю квартиру другим лицам без согласия і без участі в цій сделці ще одного собственника цієї квартири. Поки постраждалі бігали по різним інстанціям у пошуках правди, квартиру встигли перепродати ще два рази, зазначають адвокати. При цьому аферисти ще й рішення суду підробили. Изначально квартира была продана в 2002 году на основании биржевого договора. В последующем было предоставлено регистратору в 2016 году для того, чтобы зарегистрировать на основании этого договора право собственности. Поддельное решение Ленинского районного суда о признании этого договора действительным. Кроме того, была предоставлена справка с этого же суда о том, что действительно данное дело рассматривалось в суде и было принято такое решение. У нас есть ответ с Ленинского суда, мы подготовили
были адвокатские запросы. Согласно этого ответу, никакого решения суда по этому делу не было. Этот биржевый договор действительно не признавался. Кроме того, справка о том, что было действительно производство это дело, не выдавалась. То есть, начиная от биржевого договора и заканчивая справкой о нахождении этого дела в суде, эти документы все поддельны. На основании этих поддельных документов в октябре 2016 года было зарегистрировано право собственности на покупателя, который был указан в биржевом договоре 2002 года. Сам парадокс ситуации заключается в том, что якобы собственность на эту квартиру перешла еще в 2002 году, но люди не объявлялись и не предъявляли свои претензии на эту квартиру до 2016 года. В течение октября 2016 года данная квартира была перепродана два раза. То есть сначала собственник, который был под биржевому договору, перепродал ее еще одному, и уже буквально через неделю этот новый собственник продал эту квартиру, скажем так, тому лицу, который сейчас является фактически, юридически, скажем так, собственником этой квартиры. Адвокати зазначають, хто аферисти – відомо, але у поліції чомусь зволікають. Круг известен, фотографии есть, их данные, они, по-моему, даже себя особо не скрывают, поскольку, начиная от лица, на которое было оформлено поддельный договор купли-продажи, и заканчивая лицей, которые непосредственно получали из рук в руки деньги у людей, которым уже перепродали квартиру. То есть все они там в друзьях у друг друга, все они повязаны, как бы все они связаны, люди их опознают, но органы досудебного следствия как-то не спешат. Ну, тут закономерность понятна, мое мнение, что это не первый случай в Вингульском районе, вот, поэтому сотрудники полиции, такая их незаинтересованность может свидетельствовать только лишь об одном, что они действительно своим бездействием способствуют мошенникам в дальнейшем продолжать незаконно обогащаться. Як уберегти себе від нечистоплотних ділків, аби потім не витрачати час, здоров'я і гроші на доведення у судах свого права? Юристи наголошують, одинокі люди першими попадають у поле зору шахраїв. Як правило, страждають від мошенників незахищені слої населення, соціально незахищені – це пенсіонери, це одинокі, сироти, які, скажімо так, юридично неграмотні, які втрачають бдительність, не звертають на якісь нюанси уваги. Как раз мошенники являются хорошими психологами, как все знают, и как раз в разработку берутся именно эти люди. Это, скажем так, категория людей. Скажем так, основной, первой и основной составляющей для того, чтобы избежать такие ситуации, должно быть, чтобы все правоустанавливающие документы на ваше жилье были надлежащим образом оформлены. То есть бывают такие ситуации, когда там один из собственников умер, а наследство до сих пор не переоформлено, ждут, когда нету денег, откладывают, перекладывают с одного угла в другой. И, скажем так, мошенники пользуются этим. В связи с тем, что пожилые люди больше всего страдают от этого, следует обратить внимание, проводить разъяснительную работу родственникам, с ними объяснять, что никакие документы на квартиру никому передавать нельзя, нельзя подписывать какие-либо документы под каким-либо предлогом. О каких-то подозрительных людях, которые интересуются либо задают вопросы, чтобы сообщали родственникам, которые, скажем так, смогут принять какие-то меры и адекватно оценить ситуацию, адекватно принять какие-то контрмеры. Дети где-то есть, приезжают раз в год. Ну, зачем держать дома документы? Дайте их детям. Это раз. Уже никто не обворует, документы не украдет. Если это ваш единственный ребенок, вот, сделайте с ним уже сейчас какой-то договор. Вот, к примеру, договор пожизненного содержания, да? То есть этой недвижимостью уже будет владеть взрослый совершеннолетний человек. Наш престарелый гражданин будет иметь полное право там проживать. Еще и будет обязанность ребенка его навещать, содержать и так далее. То есть даже если появится, а это сразу отсекает. То есть как только появляется какой-нибудь мошенник, который хочет бабушке, дедушке запудрить мозги, вот, а вот у вас же квартирка, да, давайте, может, мы там, я за вами буду ухаживать, а вы на меня сделаете завещание. Иногда это бывают абсолютно легальные ситуации, когда действительно
содержат человека, и он передает за это недвижимость. Иногда это бывает мошенничество. А вот вы на меня завещание сделаете, как только бабушка, дедушка говорит, да, как бы квартира не моя, сына, дочки, вот, они за мной ухаживают, давай дружить просто так, все, сразу теряются эти все знакомые, пропадает интерес к этой бабушке с дедушкой, потому что не выдуришь ничего. Знавці права рекомендують не впускати у свій будинок випадкових гостей. А людям похилого віку краще взагалі не відчиняти двері чужакам. Тим паче, коли ви самотні. Ми особисто перевірили, наскільки довірливі наші пенсіонери. Хто там? Здравствуйте, відкройте, будь ласка, електрик. За дві години без підготовки ми знайшли бабцю, мрію шахраїв. Задля безпеки довірливої жінки її обличчя ми не показуємо. Что нужно? Помощь хотим вам свою предложить. От кого? Благотворительный фонд «Добро людям». У меня нет добра. У меня одни недостатки. Так, а мы хотели вам помочь. За декілька секунд пенсіонерка нам відчиняє і навіть пускає в оселю. Давайте я запишу вашу фамилию, имя, отчество, сколько вам лет? 88. Вы мне просто паспорт свой покажите, что вы одна проживаете здесь, чтобы мы могли на основании этого помогать. У нас условия, что мы помогаем одиноким людям. У меня нет никого, у меня все поумирали. Вы мне просто документ покажите, чтобы я убедилась. Бабуся виносить документи. Питаємо, чи можна їх сфотографувати. Жінка одразу ж дає згоду. Напевне, якщо б попросили їх взяти на деякий час, віддала б. За хвилину пенсіонерка розповідає все, що мають знати злодії. А у вас скільки квадратних метрів в квартирі? Однокомнатна квартира? Однокомнатна квартира – це 16 квадратних метрів, але одна кухня там, це все вважається, і балкон там у мене є. У квартирі відчувається бідність. Мабуть, саме вона штовхає одиноку пенсіонерку у руки ймовірним аферистам. Не витримую. Відкриваю карти. Нікому не показуйте свій паспорт. Я вас дуже-дуже-дуже прошу, хорошо? Ну, а кому? Ніхто не сфальшує. Ведь сьогодні от вместо нас могли прийти мошенники. Всі наші пенсіонери, к сожалению, вони під угрозою от таких от мошеннических сделок. Потому что люди уже в силу возраста, да, в силу состояния здоровья, они не способны вот на 100% защищать свои права и свою недвижимость. А мы должны понимать все, что недвижимость – это не только право. Это еще обязанность, это еще расходы. Нужно, во-первых, защищать документы так, чтобы к ним не было доступа у третьих лиц. Раз. Второе. Понести минимальные расходы. По сути дела, они сейчас свелись там либо к 160 гривнам, либо вообще бесплатно. Это пойти и в электронном виде у любого нотариуса, у любого регистратора центра на дня административных послуг. На Укрпоште это можно сделать. То есть неограниченное количество регистраторов сейчас. Нету очередей, это стоит копейки. Вот. Пойти и зарегистрировать свое право собственности в электронном реестре вещных прав. Что это даст? При краже, утере документов, попытке сфальсифицировать документы и потом попытке осуществить сделку, вот, любой нотариус сразу увидит, что право зарегистрировано на конкретного человека, а не на того, от имени кого его пытаются продать. В связи с тем, что участились случаи мошенничества и переоформления квартир на подставных лиц по поддельным документам, люди себя перестраховывают. Даже есть такие случаи, что заключается договор займа со своим близким родственником, якобы одолжили ему деньги, и в обеспечении этого договора просто накладывается запрет на реализацию этой квартиры, пока не будут выполнены, скажем так, договорные отношения, не будет погашен долг. То есть фактически на какой-то определенный период эта квартира является, находится в аресте, и, скажем так, субъектом, который наложил арест, является близкий человек, которому вы доверяете. И, в принципе, тогда квартира становится неинтересна для мошенников, потому что они с ней ничего не смогут сделать. Юристи також радять, аби захистити своє майно від чужаків, можна скористатись послугою СМС-маячку.
Також отримувати повідомлення про будь-які дії в електронному реєстрі відносно вашого майна на електронну пошту. СМС-маячок. Що це таке? Це коли людина, маючи електронний цифровий підпис, може відкрити власний кабінет, електронний кабінет в реєстрі прав на рухоме майна та їх обтяжень, вказати відповідний номер мобільного телефону і в разі, якщо буде відбуватися якась дія з тим чи іншим індивідуально визначеним об'єктом нерухомого майна, на відповідно вказаний мобільний телефон прийде смс-сповіщення громадянину для того, щоб він міг вчасно бути інформований, що з його майном щось відбувається. Якщо це відбувається законно, діє особа просто буде знати. Якщо це буде відбуватися, не дай Боже, незаконні, неправомірні дії, особа буде мати можливість вчасно попередити державного реєстратора про заборону вчиняти будь-які дії, або навіть звернутися до правоохоронних органів для того, щоб захистити своє право. СМС-маячок, він працює по декільком параметрам, це послуга платна. Якщо ми говоримо про більш доступний спосіб, це 30 гривень на місяць сервіс працює, коли людині приходить смс-повіщення про дію стосовно майна. І більш широкий пакет послуг, це 300 гривень на місяць стосовно поданих заяв, дій, ну, всі-всі-всі дії, що відбуваються. Будь бдительними, держати зв'язь з сусідами, тому що сусіди, скажімо так, особливо бабушки, які сидять на лавочці перед під'їздом і в курсі всіх подій, які відбуваються в домі під'їзду, вони, скажімо, так, самые надежные информаторы и самые бдительные люди, которые могут вас проинформировать о том, что ваши квартиры интересуются, тем более, если вы в ней фактически не проживаете, она стоит без присмотра. В данном случае постоянно надо быть находиться там, время от времени интересоваться, как там происходит и так далее, чтобы хотя бы видели, что собственник есть на самом деле, и что этой квартирой интересуется. И если возникнет данная ситуация, то какой-то отпор будет, мошенники будут получать. Ну и, конечно же, если данная ситуация все-таки произошла, вашу квартиру отобрали, то первым же делом необходимо обратиться к квалифицированному юристу либо адвокату, потому что если вы пустите этот вопрос на самотек, не будете им заниматься, будете надеяться на сознательность и порядочность правоохранительных органов, то, скажем так, скорее всего, никакого результата вы в этом деле не добьетесь. Зрозуміло, повністю уберегти себе і своїх близьких від шахраїв неможливо. Але завдяки порадам юристів знизити ймовірні ризики можна. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».